Великобритания будет настаивать на новых санкциях против Российской Федерации. Соответствующий документ уже подготовлен. Его рассмотрят главы МИД стран Большой Семерки на встрече в Италии, сообщает издание The Times. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москва должна ответить за поддержку сирийского режима, который применил химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб. Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Италию. Ожидается, что сирийскую проблему обсудят завтра. Кроме глав МИД G7, в этой встрече примут участие министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. Министры также обсудят борьбу с терроризмом, отношения с Ираном и ситуацию в зоне АТО в Украине.